«Крылья Советов» и столичный «Велес» показали болельщикам настоящий триллер на Самара-арене. По закону жанра все начиналось спокойно. В первом тайме команды присматривались друг к другу, но все изменилось после перерыва. Гости открыли счет на 76-й минуте. Саид Алиев реализовал выход 1-1. Через 4 минуты любимец самарских болельщиков Егор Галенков замкнул передачу лучшего диспетчера лиги Дмитрия Кабутова и сравнял счет. На 87-й минуте тот же Кабутов сделал второй голевой пас, который замкнул неугомонный Иван Сергеев. Форвард забил свой 19-й мяч и продолжает уверенно лидировать в гонке бомбардиров ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 баллов. Подопечные Игоря Осинкина выиграли со счетом 2-1 и продолжают бороться за прописку в элитном дивизионе со столичным «Торпедо», Оренбургом и Нижним Новгородом. Ребята молодцы, они выдержали этот темп, они, ну, как бы вот такой сложный матч, контролировать все 90 минут очень сложно, но то, как вот мы это делали, это достойно. По словам голкипера «Крыльев» Евгения Фролова, команда получила большой эмоциональный заряд от победы. Конечно, «Велес» был очень недоволен, там и после матча какие-то словесные перепалки начались, вот, но... На самом деле все немножко выдохнули, были очень рады, что сумели переломить ход игры. По словам наставника гостей, его футболистам не хватило везения. Два сумасшедших гола забили «Крылья». Вот. Настраивались, били, старались. Вот. Ну, немножко не хватило в конце. Следующий матч подопечные Игоря Осинкина проведут на выезде 21 ноября. Они померятся силами со СКА «Хабаровск». Стартовый свисток прозвучит в 9:00. Анатолий Головко. События.